Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас будет макияж вслепую. Как помните, в прошлый раз меня красила вслепую Лена. Но так как я человек, который любит испытывать всякие интересные эмоции, я тоже хотела побыть в ее шкуре. И вы, кстати, давно в ее шкуре в плане... Ты поздоровалась вообще? Нет, потому что ты тарахтишь, а ты когда ты становишься, скажешь всем привет, я же не могу сказать привет! Потом тебе надо было говорить... Привет-привет! Селена не даст поздороваться. Привет-привет! Дорогие мои, привет всем! С вами Селена Свей и... Всем привет! Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей и... Крис, привет! А чё не скромняха? Потому что я... С вами Селена Свей и... Кристина. Скромняшка Крис! Сегодня у нас будет макияж вслепую. Я хотела давно испытать эти ощущения. В прошлый раз я красила, то есть меня красила Лена вслепую. Но так как я люблю экспериментировать, люблю новые эмоции, ощущения, я захотела тоже испытать это чувство. Каково это накрасить человека вслепую? И можно ли накрасить его красиво? Кристина будет у меня сегодня подопытным кроликом. Буду красить ее я. Тем более вы просили, сделай, накрась Кристину. Ну, какой? Я же не профессионал, поэтому только вслепую. Нет, точнее, я супер-мега профессионал. Я ее сейчас нарисую вслепую. Поехали. Так, завязывай мне глаза. Или точнее, я сама могу, наверное, завязать. Да, завяжи, только не подсматривай. Я буду очень честной. Я вообще честная? Вообще, Селена честная. Я просто люблю, честно говоря, вот сама вот это ощущение. Так, все, я все потеряла. Что это у меня? Что это? Это была какая-то палетка. Это кисточка. Все перемешиваем, да? Ну, я знаю свою косметику, конечно же. Крис, где твое лицо? Тихо. Тихо, без эмоций. Смотри вот так, да, на меня. Так, чешется носик. А я к тебе, смотри. Значит, смотри, первое, что мы тебе сделаем, мы сделаем тебе тон. Я должна найти среди этого разнообразия. Мы же брали тональный крем. Есть. Это он, да? Я думаю, это он. Естественно, я не смогу, наверное, тебе накрасить. Это... Я надеюсь, я немного такого. Слушай, ну, Селена... Я немного выдаю. Селена профессионал просто. Так, тихо, где-то нос. Конечно, я еще быстро работаю, в принципе, я нос. Я очень быстро крашусь, и поэтому быстро накрашиваю себя. Тем более, малой орёт, читаешь, сына? Сына, смотри, Кристину красим. Смотри, Кристину красим. Она будет сейчас красивая. Нам нас давно просили. Ой. Замазывай. Что, больно? Да просто... Что такое? А ты тональный не кистью? Не, рука. Под руками тональный. Тает. Тает тональный под руками. Тает сын, лед. Сына хочет быть блогером, он хочет маму перекричать. Мне кажется, я хорошо. Вот так я еще делаю, чтобы оно впиталось лучше. Дальше. Припудрить. Кисточка для пудры. Кисточка для пудры. Огромная. Вот она. И пудра, пудра моя. Я же знаю, как ты выглядишь. Ты где? Пудра. Слушайте, вот так вот в темноте не, и пудры не найдешь. Сына, не кричи. Я не специально, я ничего не вижу просто. Не, вообще. Крис, закрывай глаза! Ты чё, с открытыми глазами? Главное закрывать рот. Закрывай рот и глаза. Не видит. Я надеюсь, что вот здесь вот эти румянки должны быть разные. Корректор здесь должен быть. Сейчас я кисточку только найду. Ёперный. Как кисточку трудно найти? Вот, ты чё, блин? Я тебе даю на выбор, вот. Дай мне кисточку. На выбор не дала. На выбор. Пусть сама выбирает. Так, я не знаю, что здесь что было. Где корректор? Надеюсь, вот это корректор. В общем, давай. Где твое лицо? Это мы тебе выделим скулки. Как не корректор, а контуринг. Я уже контуринг, знаю. Контуринг, да. Я в видео даже у девочки 8 лет в школу украсилась. Представляешь, она контуринг себе делает. Смотри, вот говорит, здесь... говорит, брови не буду красить, а то мне в школу. Ну, контуринг накрашу. Я чуть не упала. Так, еще шейку красит. Шейку мы сегодня с Селеной... И шейку, и лицо очистили супер крутой маской. Еще делают, знаешь, нос делают. Длиннее. Что-то... Так, коричневым? А, длиннее вот так. Так, и щечки. Вот это я тоже буду использовать. Этот же. Вот это, по-моему, щечки будут. Может, поярче? А что, я не яркий взяла? Давай, поехали. Ты где вообще? Щечки.
В глазках. Главное, закрой глазки. Так, все, поехали тени. Тени самая вообще красивая вещь в нашем амплуаже. Так, тонкая кисточка, где она? Я ее брала специально. Тонкая, ее да. надо найти. Есть. Давай, скорее. Вот это как-то сложно самое это искать. Так. Что это? Кисточка внутри лежит. Ты что, с тенями каждый день красится? Я по кисточке, главное, вожу, мне кажется, что это тени. О, ты не ковыряй, так сейчас все тени выковыряешь. Да? Вот у меня Еленка тогда сделала, и не чувствуется, честно говоря, где это. Профессионал, что ли? Ты думаешь, у меня брови возле волос заканчиваются? А что, я высоко крашу? А мне кажется, я сам... Да не, нормально, нормально. Мне кажется, я в самом том месте. А этот брови так? Или нет, тень? Нет, это тени. Это тени. Подожди, под низом еще тени. Стой, я не могу найти. Вот. Под да, глазами еще. Да просто я это сама краситься не умею, поэтому... Нормально. Контуринг. Я не различаю контуринг с румянами. Может, ты правильно накрасила. Вот так вот, если не держать лицо, вот так, то не поймешь, где что находится вообще. И вот так. Так, ладно, я думаю, что тени хватит. Давай помаду. Где-то была помада. Очень красивая, яркая помада. Ой, нет, подожди. Итак, дальше мы делаем хайлайтера немножко. Это жидкий хайлайтер, да? Да, жидкий хайлайтер и на носик, чтобы носик блестел. И над губкой тоже. Ну просто они там не... Чуть-чуть над губкой. Так, все, где помада? Крис, помада, я знаю. Мне кажется... Я не хочу ее искать, дай мне помаду. Вот она. Я не просто не умею краситься, я ничего не понимаю, по-моему. Крис, это что такое? Ты ее открыла. Это фикс-прайс помада. Губнушка мамина красная. Ты что, губнушка? Это колпачок. Крис, срочно губы красил. Давай, моя хорошая. Мы их немножко тебя увеличим. Итак, завершающие штрихи были у нас сделаны. Крисинки губки увеличили, красненькие. Кстати, можно еще. Я помню, что мама моя и раньше все родственники, они красили щечки именно вот так вот. И, кстати, я сейчас смотрю, где-то это тоже модно, вот так вот, покрасить щечки. Все, я хочу скорее посмотреть на свой шедевр, и мне кажется, что Кристине очень понравится. Я надеюсь, что вы сейчас мне просто очень... все в восторге. Да. Можно я посмотрю? Хорошо, что сегодня суббота, можно идти на танцы. Да-да-да-да. Вау! Селена просто косметолог от Бога. Посмотри, она даже с закрытыми глазами умудрилась. Стрелки какие шикарные. Ну, мне очень нравится. Опыт очень необычный. Единственное, что, на что не хочется тратить время, это на поиски вот нужной кисточки и нужного этого. Я знаю, как оно выглядит, но это время. Вот я трачу, как оно выглядит. Да, вот я знаю, что это пудра даже с закрытыми глазами. Она такая стильная, сидит шляпа, такая рококо. Да. И на самом деле самый кайф было именно вот, потому что вот так вот, если вы не будете трогать лицо, вы не поймете просто, что где находится, да, сына? Косметика для девочек, да. Ну, как тебе впечатление, Зай? Вообще прикольно, мне понравилось. А хайлайтер под губами, над губой. Четко нанесла. Мне кажется, так мне нужно краситься каждый день. Да. Что вы думаете, если вот я буду так краситься каждый день? Интересно, люди будут обращать на меня внимание? Конечно. Ты скажи, там меня Зеленка накрасила. Ладно, мой хороший, опыт был прекрасен. Ссылка, естественно, на ее канал я оставлю внизу. Все, мы с вами прощаемся, целуем вас, обнимаем. Пока. Вот так я еще делаю, чтобы оно впиталось лучше. Я не специально, я ничего не вижу просто. У меня еще... Крис, закрывай глаза! Ты что, с открытыми глазами? Главное закрывать рот. Ёперный, как кисточку трудно найти! Вот это что, блин? У меня брови возле волос заканчиваются. А что, я высоко крашу? Губнушка мамина красная. Она... Ты чё, это колпачок. Вау! Селена просто.
просто косметолог от Бога. Посмотри, она даже с закрытыми глазами умудрилась. Стрелки какие шикарные. Ну, мне очень нравится.